Моя новогодняя история начинается именно так. Как-то один раз я решил всех поздравить с Рождеством и Новым годом. И что же произошло? Решил я это сделать, как ни крути, 28 декабря. В принципе, успеваю, наверное, скажете вы. Я тоже так подумал, но оказалось, не все так просто, как думалось. Ну, как для новогоднего поздравления нужно найти, как говорится, новогоднюю атрибутику. И с этого я и начал. Начал искать новогоднюю атрибутику. То есть елку. Я смотрел везде. Нашел даже корейские шиктаны. Смотрел по улицах. Ребята, конечно же, я искал елку везде. Например, в самом людном месте. Но даже здесь ее было очень сложно найти. Нету елки. В Японии как таковой елки нету сейчас. Я также решил спросить людей на улице. Может, они знают кто-то о том, где же елка. Christmas Eve. Christmas Eve. Christmas Eve. Hi. Where is Christmas tree? Shop. Shop. If Christmas tree. Tree. Ah. なんかさっきとめっちゃあったくない? Big. なんかあったくない? 駅の天神の駅の近くにあったやん初めの。Christmas. Now is Christmas. Yes. But no. No. Here. No. Finish. 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 Oh my God. Really. なんかさ、あったやん。ああ。Just picture. Oh yeah yeah. No, but I want a big. No 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 big, yeah. No big. Ah. Picture please. Just picture. Yeah yeah. I mean I want Christmas tree. Ah ah. 何ていうのね。ああ、tree. Tree tree. ああ。No Christmas tree. Yeah? No Christmas tree. Oh my God! No Christmas tree. I can't. Вы, наверное, подумаете, ох, вы малосольный парень. Решил искать елку. Ну, придумал. Среди руин Фукуокского замка. Да, именно так. Это то, что осталось от замка Фукуоки. Руины. Больше здесь ничего нет. Вот такие вот только стены остались. Видите? Это за моей спиной. Но тут я елку не нашел тоже. Зато я нашел вот таких вот прекрасных уточек, которым точно нравится, что я их снимаю на камеру. Раскрою вам секрет. Замок и уточки – это был лишь мой такой трюк отвлечь ваше внимание. На самом деле я начал сильно волноваться о том, что мое поздравление может не состояться. И вдруг меня посетила идея. Фукуока – это портовый город. Я решил немножко, как говорится, перевести дух, что ли, добраться сил перед новыми поисками елки. Вот.
освежить свои силы. Набраться вдохновения. В Японии все по-другому. Даже елки другие. Наверное, поэтому она нам и нравится, что она немножко другая, необычная. Не такая, как вторая, к которой мы привыкли. Так, мои дорогие, что ж, елки я так и не нашел. Нет, конечно, они есть, они были до 25 декабря. Но сразу же после 25-го, а то есть как бы утром 26-го их всех убрали, эти елки. Но в Японии вместо елок есть другие штуки. Сейчас мы на них посмотрим, что это такое. Так, ребята, хочу представить вашему вниманию японскую елку. Называется она кадамацу. И вот так вот она выглядит. Очень просто. И по-своему уникально. Видите? Тут все есть. И украшения новогодние. И даже все-таки есть элементы елочки. Вот они, красивенькие, хорошенькие. Это то, что вы можете увидеть в период новогодних праздников в Японии. Вот такие вот украшения делаются при входе. А по боках ставятся такие вот елочки японские, скажем так. Кадамацу. Нет, это не японские лесорубы, это тесто биты. Ну и что же они делают, наверное, спросите вы. Они делают мочицуки. Ну, значит, разбираем теперь по слогам. Мочи – это тесто, а цуки – это давить. То есть давить тесто. Или вот так вот, по сути, лупить деревянными молотками. Так вы уже знаете, что означает мочицуки. То есть это японская традиция, когда перед Новым годом семьи, либо работники компании собираются вместе и таким традиционным образом делают тесто. Сначала рис варится вот таких вот чанах, как мы видим. Потом отбивается всеми вместе вот в таких вот традиционных калушках. Хочу отметить, что молоток символизирует мужчину, а вот такой вот цементный чан, где месят тесто, женщину. Это символ гармонии в семье. Ну, пока я стоял и снимал все это на камеру, мне предложили поучаствовать в этом действии. Я не стал отказываться, ну, поймите сами, 4 мужчины с молотками деревянными, а у меня всего лишь одна камера. Скажу честно, каждый раз перед тем, как куда-то выходить, я плотно кушаю и не чувствую себя голодным. Но если вы просматривали мои предыдущие видео, кстати, если есть возможность, посмотрите, я там постоянно что-то ем, что-то вот обязательно пробую. Ну, как говорится, лучше один раз попробовать, чем 100 раз объяснять. Ну, не знаю, с чем это связано. Очень часто люди, смотря на меня, они меня чем-то угощают. Так само вышло и в этот раз. По сути, они мне дали то, что я сам же и побил этим вот деревянным молотком. Вот так вот у меня получилось неожиданно попробовать кимочи. Омочи. Омочи. Без никакого вкуса.
Просто тесто ем. Окей. Ну а тут, мои дорогие зрители, прошу меня извинить, потому что от такого количества съеденного теста у меня, честно говоря, чуть камера с рук не выпала. Потом, конечно, я себя взял в руки, и как мы видим, что дальше делается с этим тестом, его все вместе лепят вот в такие вот маленькие лепешечки. Ну, как я заметил, некоторые лепили это тесто босыми ногами. Ну, то есть, как бы они руками лепили, но стоя босиком на полу. Я решил поинтересоваться, кто же они такие. Миназан Кадзоку. 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 Кайша. Кайша Кадзоку. Наверное, у вас возник вопрос, ну, в чем смысл вообще этого действия? А как раз в том, что японцы считают, что таким способом они приносят удачу своим потомкам. Елка, я ее нашел. Говорится, если ищешь, то найдешь. Если стучат, значит, тебе отворят. Ребята, все можно, все возможно. Так, 2020 год стал непростым годом. Мне даже елку было сложно найти в конечном итоге. Только такую маленькую. Но зато я нашел что-то намного больше, чем елка. Я желаю вам, чтобы в 2021 году вы могли ценить то, что у вас есть, доверять друг другу, любить, заботиться о здоровье. Наступающим Новым годом! Наступающим вас Новым годом! Еще увидимся! Пока-пока! Пока-пока, Даня! Пока-пока!